В первый день универсиады казахстанские спортсмены завоевали сразу три медали – серебро и две бронзы. Таким образом, в общем зачете Казахстан находится на пятом месте. В тройке лидеров – Россия, Китай и Польша. В соревнованиях по фристайлу серебряную медаль в отечественную копилку принесла Жибек Арапаева. Ее коллега по команде Жанбота Алдабергенова в этих состязаниях стала третьей и завоевала бронзу. Золото досталось китаянке Джу Ининь. Еще одна бронзовая медаль досталась казахстанской лыжнице Анне Шевченко. В лыжных гонках в классическом стиле на дистанцию 5 километров наша спортсменка пришла на финиш третьей, уступив россиянкам Лилии Васильевой и Анне Нечаевской.